Приветствую вас, друзья! На своем канале я часто рассказывал вам про различные проекты и платформы, нацеленные на сферу NFT. Обычно это были обзоры всяческих молодых маркетплейсов на Binance Smart Chain или различных игр, построенных на основе NFT. Но сегодня я хотел бы рассказать вам о более глобальном проекте, который сможет стать важным игроком всей NFT-индустрии. Данный проект называется FitaMets. Возможно, вы о нем никогда не слышали, потому что он в данный момент еще только разрабатывается и пока что готовится к проведению своей IDO распродажи. Но в отличие от многих других начинающих NFT проектов, на FitaMets стоит крайне мощная команда, а именно люди, которые разрабатывали Engine, одну из самых популярных платформ по созданию NFT и блокчейн игр на базе Ethereum. И, собственно, именно команда Engine была одним из пионеров NFT движения. Ведь именно они изобрели такой формат токенов, как ERC-1155, который позволяет объединить в себе и заменяемые, и незаменяемые токены. А FitaMets является их новым проектом, который нацелен на более глобальное применение. В рамках FitaMets будет работать и платформа по чеканке незаменяемых токенов, так и биржа по их продаже и система по реализации игр на основе NFT и технологии от FitaMets, подобно тому, как это работало с Engine. И еще одной важной особенностью FitaMets будет то, что данный проект работает не на дорогом и медленном блокчейне Ethereum, а на более быстром и технологичном Polkadot. Поэтому все транзакции с токенами FitaMets будут обрабатываться за 6 секунд и требовать крайне мало оплаты за газ. Но при этом сеть FitaMets будет работать относительно самостоятельно, ведь работать она будет на собственном выделенном парачейне внутри сети Polkadot. Плюс команда FitaMets заявляет о возможности оплачивать транзакционные сборы их собственным токеном Fita, что даст возможность даже людям, далеким от блокчейна, больше свободы и простоты. Ведь им не придется иметь на балансе одновременно токены FITA и монеты DOT. Также важным преимуществом FitaMets является то, что одним из официальных партнеров является криптовалютная биржа Binance, которая финансирует и поддерживает разработчиков FitaMets. Помимо этого, еще со времен Engine у них остались партнерские отношения со многими брендами, вроде Microsoft, BMW и Samsung. Поэтому можно ожидать, что после своего запуска токены FITA будут очень мощно расти в цене, что делает их крайне перспективным инвестиционным активом. И в данный момент токены FITA можно приобрести в ходе IDO распродажи, которая пройдет 18 июля на сайте FitaMets. Для того, чтобы принять участие в IDO, пользователям нужно будет первым делом создать аккаунт на официальном сайте FitaMets, который в данный момент уже запущен и имеет определенный функционал, вроде биржи или реферальной программы. Сам процесс регистрации максимально простой. Нужно только указать свой логин, email, пароль и опционально код вашего рефера. После этого вам нужно будет перейти на страницу IDO, на которой в данный момент идет обратный отсчет до начала распродажи. Как сказано на сайте FitaMets, все, кто заранее создадут аккаунт на сайте FitaMets, будут иметь больше приоритет в распродаже, чем пользователи, которые придут уже после начала. Поэтому, если вы смотрите данное видео в момент его выхода, то у вас есть повышенный шанс урвать аллокацию на данной распродаже. Помимо регистрации, я советую вам также заранее пополнить баланс на покупку токенов. Делается это в разделе Wallet на сайте FitaMets. Для покупки будут использоваться токены USDT в формате TRC-20. Как один из самых быстрых и экономичных токенов именно в плане транзакций. И после начала распродажи вам нужно будет перейти на страницу IDO распродажи, ввести сумму покупки в специальное поле и оплатить покупку токена FITA кнопкой Buy. При этом минимальная сумма покупки составляет всего $1, так что принять в ней участие сможет даже начинающий инвестор.
Однако, разумеется, перед совершением любых инвестиций вам нужно будет провести собственное исследование данного проекта. Ведь покупка молодых токенов – это всегда большой риск, даже если это касается проекта FitaMats, за которым стоит мощная команда Engine и Binance. Более же подробную информацию о проекте вы сможете найти на их официальном сайте по моей реферальной ссылке в описании. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам в профитах. Пока-пока.